Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами вновь на экспозиции «Камни резного искусства Урала». В прошлый раз мы с вами говорили о деятельности Свердловского завода «Русские самоцветы». Продолжая этот разговор, сегодня мы предлагаем познакомиться с произведениями производственного объединения «Урал-Кварц-Самоцветы». Производственное объединение «Урал-Кварц-Самоцветы» являлось крупнейшим в структуре всесоюзного объединения «Союз-Кварц-Самоцветы» при Министерстве геологии Академии наук СССР. Основными задачами объединения «Союз-Кварц-Самоцветы» был поиск, добыча и обработка кварцев и цветного камня. В начале 1980-х годов на базе объединения «Урал-Кварц-Самоцветы» создается лаборатория художественного проектирования, основной целью которой было повышение качества и конкурентоспособности камнерезной продукции этого предприятия. В качестве мастеров в лабораторию приходят как опытные мастера, так и начинающие, в том числе недавние выпускники художественно-ремесленного училища номер 42 и горного института. Одним из опытных мастеров, который начинает работать в лаборатории практически с момента ее основания и недолгое время даже ею руководит, был Александр Иванович Доронин. В нашей экспозиции представлена ваза воспоминаний, созданная по проекту Александра Ивановича и являющаяся как крупным произведением для мастеров производственного объединения «Урал-Кварц-Самоцветы», так и самым крупным камнерезным произведением в нашем собрании. Ее характеризует, во-первых, лаконичный подбор камня, это пестрая пейзажная яшма и серо-зеленая калканская яшма и строгий торжественный силуэт. Период 1980-х годов деятельности лаборатории характеризуется, с одной стороны, расширением ассортимента, это различные вазочки, лотки, шкатулки, бокалы и так далее. С другой стороны, он отмечен работой с высококачественным сырьем в силу специфики самого объединения, а также постепенным привлечением молодых кадров. Так, в экспозиции нашего музея можно увидеть первоклассные работы, выполненные из родонита, различного рода кварцев, яшм, полощатых и пейзажных и так далее. Но одним из самых интересных, пожалуй, экспонатов, наиболее полно отражающим эстетику этого времени, является ваза, созданная Анатолием Ивановичем Жуковым и Сергеем Васильевичем Загоревским. Ваза создана из скарна, материала, долгое время не привлекавшего внимания камнерезов, но мастера обратили внимание на такую его характерную полощатость и дополнили его идеальным шаром из льдистого кварца. Деятельность лаборатории художественного проектирования производственного объединения «Урал-Кварц-Самоцветы», несмотря на свою недолгую историю, тем не менее позволила вырасти и окрепнуть молодым начинающим мастерам, среди которых можно выделить Светлану Пуртову и Владимира Мирюка, чьи работы последующих десятилетий, 90-х, начала 2000-х годов, также представлены в нашей экспозиции и позволяют познакомиться с творчеством мастеров уже современного камнерезного искусства.